В Париже для юных казахстанцев устроили празднование Наурыза. Единственный на всю Францию казахский культурный центр «Корхот Абай» при поддержке нашего посольства в честь весеннего праздника объединил представителей диаспоры, а также семьи, усыновившие детей из нашей страны. Концертная программа, подготовленная учениками и преподавателями культурного центра «Шашу» и экскурсия в историю национального костюма вызвали большой интерес приглашенных. Ассоциация казахской моды познакомила гостей с традиционной женской одеждой и ее региональными особенностями. Специально к празднику подготовили выставку любительской и профессиональной живописи, главной темой которой стал Казахстан. Многие из присутствующих сказали, что для них было очень интересно послушать про культуру, традиции, национальный костюм. К тому же некоторые вещи они открыли для себя впервые. Мне кажется, что такие мероприятия важно проводить. Это вдохновляет, а потом открываются новые возможности. Где бы мы ни жили, нужно свои традиции и культуру прославлять. Я очень сильно интересуюсь Казахстаном, в котором родился. Меня реально интересует все, по максимуму, что касается этой страны. И как раз сегодня была возможность узнать больше про традиции в одежде. Я очень рад быть здесь, столько познавательного. Организовывать такие праздники – это возможность показать и приобщить наших детей к культуре нашей родной. И показать французам наши традиции. Это возможность встретиться с друзьями, пообщаться.